Всем привет! Хочется сделать это видео не таким длинным и нудным. Это отзыв о реабилитационном центре «Наунарко», в который я попал. Все мы знаем, что сейчас в нашей стране достаточно серьезно обострилась проблема наркомании. И я знаю сотни людей, которые хотели бы, чтобы им помогли с их проблемой, и они не знают как. И на данный момент сложилась ситуация, в которой очень мало есть информации, кроме так называемой идущей с стороны Запада пресловутой 12-шаговой программы, которая не гарантирует никаких результатов. В опровержение подобных, значит, демотивирующих суждений, я бы хотел сказать, что я попал в самый лучший в России реабилитационный центр, в котором помогли каждому. Я каждого человека знаю. И суть такова, что здесь работают не только с вами, но и с вашим окружением, с вашими родственниками. Это не включает в себя никакие религиозные практики, никакие потусторонние или эзотерические. Все основано на сугубо научном подходе и достаточно рационально. Я был достаточно серьезным скептиком и думал, что я очень хорошо разбираюсь в проблеме. Но оказалось, что эта проблема хорошо разобралась со мной до тех пор, пока я не включился и не начал работать по программе. Я не представлял, что я делаю, когда я употребляю наркотики. Не только в физическом плане, но и по отношению к своим родственникам, своим друзьям, любимым людям. В данном реабилитационном центре мне не только было приятно находиться и общаться с людьми, но и очень интересная программа, которая позволила мне обозначить свой потенциал, продумать шаги на будущее и больше никогда не возвращаться к проблеме наркотиков.